и высшего образования Российской Федерации. 1922 года был основан Московский торфяной институт. Тверской политехнический институт получил статус университета. Добрый день. Добрый день, уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, ну и, конечно же, наши уважаемые ветераны Тверского государственного технического университета. Уважаемый Андрей Викторович, сердечно поздравляем со столетием и юбилей очень серьезный Тверского Калининского государственного технического университета. Наш университет справляет столетний юбилей. Конечно, мы все эти годы развивались, открывались новые направления, специальности. Мы вошли в ведущие российские, международные рейтинги. И сегодня это крупный научно-образовательный центр Верхневолжья. У нас обучается более 6000 студентов. Около 300 преподаватели имеют степени доктора и кандидата наук. В течение года мы заключаем более 80 договоров с различными предприятиями, организациями реального сектора экономики и органами государственной власти местного самоуправления на проведение НИОКР, различных научно-технических, производственно-технических экспертиз и проведение исследований, ну, скажем, экологического, социологического характера. Объемы научных исследований ежегодно растут, объемы публикационной активности тоже растут. В инновационной деятельности принимают участие и студенты. Например, в прошлом году было подано 67 заявок на объекты интеллектуальной собственности. Было получено 62 охранных документа. Сегодня, в этот день, я хочу поблагодарить руководителей области, города за внимание и за поддержку нашего университета. Ну, а всех вас, дорогие коллеги, я поздравляю с этим прекрасным юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в ваших добрых делах.